поесть шашлык и одновременно помочь экологии. В эту субботу в парках Подмосковья пройдет экологическая акция «Мангал-марафон». Химчан приглашают в парк имени Льва Толстого, где можно будет посоревноваться в искусстве приготовления шашлыка. Для гостей подготовили обширную развлекательную программу. В рамках фестиваля пройдут конкурсы частушек и художественных работ, музыкальные выступления известных артистов. Также пройдет челлендж «За бутыль по-чистому и за бань по-чистому», где участники смогут сыграть на пластиковых бутылках и алюминиевых банках тематические композиции. Необычный марафон-пикник проводят впервые. Не только для того, чтобы жители Подмосковья смогли хорошо провести время, но и поближе познакомиться с культурой раздельного сбора отходов. Для этого парки оборудуют мангальными зонами, специальными двухцветными контейнерами для сортировки мусора. Волонтеры снабдят отдыхающих биоразлагаемыми пакетами. Вкусная и полезная акция стартует 17 августа.